Всем привет! День третий. Разминки. Весенний. Настройка. Да. Вот это первая поляна. Мы здесь, конечно, ходили раньше. Мы сейчас через нее насквозь пройдем вот туда. Пойдем на поле, где чешуя была. Еще одно поле. Посмотрим, что там. Здесь идем, так смотрим периодически. Первый сигнальчик сейчас покажу. Оп, я его уже потерял. Так, у меня третий день, маленькие крестики попадаются. У меня выпал там еще половина креста, я уж не стал снимать. Вот первый монитосик. 52-й годик. Да, такой подубитенький. Вот двигаемся вот за те кусты. Походу трактор пашет. Ну, трактор... поле. Мне так кажется. Может быть, что посмотрим. Вряд ли они на эти поля поедут. Вряд ли. Так, миновали вот этот вот перелесок. Здесь, конечно, сейчас топь такая конкретно. У меня Любка в берцах. Не очень удобно. Нет, в сапогах мне похер. И пришли. Вот они, эти поля. Вот с той стороны раз поле, два поля, три поля, четвертое поле, чешуйное поле, где мы чешую в том году собирали. Оно теперь засеяно. Сигнал какой-то. А на той стороне речки деревья. Хороший сигнальчик. Хорош? Давай на камеру бухнем что-то. Не уверен, конечно. Да здесь что хочешь, может быть. И пробки, и не пробки. Фу. И вообще, о, сыро. Не выкопался. А цифры какие? А цифры хорошие. Ну-ка, хорош какие? И цапочкой бьет. Ага. Походу это... банка. Да. Я уже за что-то цепляюсь. И походу это железка. Или железка. Возможно, с дыркой. Вон, слышишь? Слышь. Ой. Может, пятак. Угу. Да елки-палки. Металлический. Сволочь. Вот же... это что-то такое основательное. Ну, что-то железо, вон какая-то плюха. Мне просто интересно, что это. Докопаться до нее. Нет, глубокое железо. Ну и бог с ним, ладно. Я это все. Будет что-то интересное, покажем, но это навряд. Тусовка лягушек. Сейчас попробую заснять. Здесь вообще офигительно. Здесь тьма. Здесь лягушачий рай. Лягушачий бордель в данное время. Сигнальчик у меня на берегу. Ну, не на берегу, на склончике. Медная обручалочка когда-то была. Была. Сейчас хочу туда слазить. Красота, солнце вышло, птички поют. Накладки. Двойной сигнал у нас. У каждого свой. Красивая, нет. Походу она церковная накладка. А-а-а. С крестом. Может, ларь с чем? У меня крестик. Смотри-ка. Видишь, с крестом. Так это от ларца. Да. Вот крестик. Типа накладочки такой. Может, свечной ящик. Что-то какой-то ящичек. Свечного был, ящика, да. Наверное. Ну, крестичек. Видишь, ближе туда и пошли находки. Посмотрим. Да, с этой стороны не было, только наперсток. Ладно. Что я хотел сказать? А, ну по той стороне. Поле потом обратно собирает. Может быть.
Сегодня что-то не часто у нас находочки попадают. Сегодня, кстати, вербное воскресенье. Ой, да это перечекан. Перечекан чё? Да что ты? Да. Не часто. Давай, первую империю, да, сегодня у нас? Да. И это перечекан, Катя. О, видишь, вон они, полоски. Раз, два. Да, судя по всему. И это вот вензель. Да. Это стопудово, вот она, полоса идет, видно. Все, надо мылить. Смотреть, не мучаю. Это здесь переправы же были через эти реки. Знаешь, а что, на тот вот язычок. На том языке, вот я посмотрел. Ну, какая бусина. А их много. Да пока не знаю. Кто-кто. Да. Чем режется? Неси своим желатин. Вот. Скотина. Да съест. Глаша точно съест. Да? Конечно, только в чем я тебе понесу? Да закопай обратно. Если что, Глаша, это у меня паучиха. Старшая. Старшая, да. Лет 12 ей. Лысеодора Парахибана. Она же лошадиный паук в простонародье. Крупная самка. Так, что это у меня с фокусом-то? Вот такая вот весна. Забазировались с чайком там. И здесь ходим. Сигналов что-то мало нынче. Ну, его как-то неудачно перепахали. Да ладно, в прошлый раз здесь ходили по травище и чешуи, и что-то снимали. Убитый кружочек. Полушка. Ну да. Край распашки, где мы чешую собираем. Выскочила вот такая штучка. Господи, где она у меня? А, вот. Лысая-лысая. Но целенькая. Прикольно. Так, подвесочка. Залез вот в такие кусты. Летом, конечно, все заросшее. Выскочил советик. Двушечка 46-го года. Ну, сегодня и так хорошо. Такая природа, такая речка. А там впереди каменный брод. Тут там брод за поворотом. Если мы хотим полазить в воде. Так, сегодня тяжелый день такой. Такая пуговка гирька выскочила. Попадаются разные. Сейчас попробую сфокусироваться. С таким рисунком интересным. Твинок споет на телефон. Имейте в виду. Ползем к машине, лапами перебирая, что-то устали. Выскочила деньга. Отмоем, посмотрим. Рядом с железякой. Смотрите, какая интересная фигурина выскочила. Сейчас покажу. Может, кто знает, зачем. Свинцовая плямба. С отпечатком монеты. С отпечатком монеты. По крайней мере, словно написано. С зеркальным. Деньга, только наоборот. Вот такая вот хренулина. Зачем это делали? Кто знает? Скажите. Вот интересный момент. Там, где Люба нашла вот эту вот штуку свинцовую. И рядом буквально там такой вот медный плавуш. Может быть, какие-нибудь фальшивые монетчики химичили здесь что-нибудь. Ну, не именно здесь, что-то потеряли. Так, ну и у нас сигнальчик монетный. И зеленый кружок. Павел, похож. Павел. Копейка. Ну, полоска копейка. Ага. Только очень горячим состоит. Ну, понятно. Ну, сегодня хоть такие хорошо. Чуть-чуть вернулись. Там, где я Павла нашел, еще какая-то монета. Деньга. Деньга, да? Убитая. Убитая. Интересно. Так, еще сигнальчики. У меня Конинка. Александр 2. Ну, очень глубоко. Глубоко. Со штыка. С
следующий сигнал. Дорога погнутая. Погнутый совет. Тоже ты ему так заехал. 49-й годик. Все-таки сегодня не без чешуи. Такая малепусенькая. Вот Петровская. Петр. Да, не зря он их погаными пшами называл. Ребят, ребят, все видели... Сейчас, блин, куда у меня фокус-то делся? Ребят, все видели обманки монетные, медных монет, да, всякие шайбы и все остальное. А я показывал вам обманку чешуи. Хрен знает, что это такое. Алюминиевая. Ну да, какая-то типа алюмишки, что ли. Сигнал такой же. Сейчас собираемся переправляться вот через эту чачу. Ну да, подтверждается. Мы думали, что на этом поле дорога шла, как и на тех полях, понизу. А получилось, что она шла поверху. Вот здесь. Куча конины сейчас выкопали, меди. И вот 48-го года. И деньги еще под конец выдолбили. Очередную. Причем с этой стороны убитая, а с той стороны вообще идеально. В кокошельке валялась, наверное, в кокошоночке. Да, с этой стороны хорошая, с этой стороны плохая. Сейчас как через это все переправляться будем, непонятно. Выбрались обратно на это поле. Еще день начинался, тем, видимо, и заканчивается лепесточек. Речка. Итак, вот на такой прекрасной ноте снимаем отчетец. День сегодня был очень тяжелый. Какой-то картинка. Давались они очень тяжело, находки. Итак, 12 монет. Вот эта вот штуковина. Чешуя и обманка. Три целеньких крестика, сломанные, какая-то висюлечка, вот эта маленькая висюлечка, колечко. Ну, как обычно, господи. Ничего такого сверхзачетного нету. Да, в этот раз. Но хорошо. Почему? Перечекан. Перечекан, да, надо его отмыть. Ладно. Прям четко, прям видно. Да. О, раз. Крест, видишь? Да, видно, видно, да. Ладно, ребят, спасибо, что смотрите. Ставьте пальцы. Всем пока.